Что тут особенного смотреть? В принципе, вот сам туалет, он чистый, но там внутри, конечно же, есть накипь. Вот. Как же от него избавиться? Ну, все довольно-таки просто. Берем, открываем Pepsi и, соответственно, выливаем туда. Вот столько, в принципе, сколько я сейчас налил, при долгом нехождении в туалет, ну, то есть, если вы уезжаете на несколько дней, вам вполне хватит. Когда вы приедете, вы просто возьмете сначала ёршик, прочистите вот так вот внутри. Угу. Смоете. У вас будет идеально чистый унитаз. Ну, дело в том, что вы видели, что я, в принципе, долго не держал, поэтому у меня эффект слабоват. Всем спасибо, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, жду вас в следующих видео. Я надеюсь, вы будете оставлять комментарии и быть активными пользователями интернета. Пока! Здравствуйте, это канал View Video, и в данном видео мы уже посмотрим, как Pepsi отмыла унитаз, который я снимал до этого. Неделю унитаз был под воздействием данного напитка Pepsi. Как вы знаете, всегда это самое проблематичное место, поэтому надо потереть побольше. Подольше. И там вот внутри. И сейчас мы сравним и посмотрим. О, очень хорошо очищается. Так. И смываем. Да, вот сбоку еще, конечно, есть вот тут следы от ржавчины, но ничего не поделаешь, там Pepsi не достанет. Так, смотрим, вот белый лист. Ну да, унитаз, он имеет свой цвет, цвет белого листа. Но, как мы видим, внутри он стал таким же, под водой он стал такого же цвета, как и вокруг, около воды. То есть Pepsi справилась со своей задачей. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Пока.